Всем привет, с вами Макс, и сегодня я покажу и расскажу, как же сделать костер в Майнкрафте абсолютно без модов. Друзья, не забудьте поставить на этот ролик лайк, также подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ну что, друзья, начинаем. Итак, берем командный блок, как его получить, я об этом делал видео. Вписываем команду, ссылку на которую я оставлю в описании, и ставим кнопку, активируем командный блок. У нас появляется вот такой вот костерчик, который очень даже прикольно выглядит, горит, и у него такие вот, он состоит из таких вот досточек, очень даже прикольно сделано, и его можно погасить, то есть, смотрите, мы можем взять ведро воды, погасить его, взять обычное ведро, теперь собрать всю эту водичку, и как видите, наш костер будет вот такой вот черненький, сгоревший костер, и также мы его сможем по одной досточке сломать. Давайте еще раз попробуем. Так, делаем все те же действия и все, нажимаем, ждем. Вот он у нас появился, и теперь мы можем его просто сломать с помощью просто ударения по нему. Ударяем, ударяем, и вот так вот одна палочка остается, одна досточка, и ломаем. Все. Также под дождем он также тухнет. Ну что ж, друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал. Сейчас справа и слева появятся мои каналы слева и справа другие ролики. Обязательно кликайте на них, чтобы посмотреть интересные видео и также подписаться на канал. А на этом все. Всем удачи, всем пока, ребят.